Эстафета «Салют Победе» проводится в Одинцовском городском округе 9 лет подряд. Меняются лишь символы, памятные знаки мужества, отваги и доблести. Символами 9-го этапа патриотической эстафеты стали копия Знамени Победы, медаль за оборону Советского Заполярья и морская фуражка времен Великой Отечественной войны. В этом году участники акции знакомятся с обороной города-героя Мурманска. Город, известный как крупнейший незамерзающий порт арктического побережья Российской Федерации и самый большой из всех городов, построенных за Северным полярным кругом. В Каринском доме культуры победоносные символы передали из теруправления Ершовское в Назаревское. Знаковое событие традиционно отметили торжественным концертом. Со сцены звучали патриотические песни и были показаны тематические номера в исполнении школьных коллективов. Вклад эстафеты в воспитание подрастающего поколения трудно переоценить, потому что это очень нужно и очень важно. На территории территориального управления Ершовское три школы находятся, и все три активно участвуют вот в этом мероприятии. Постановка танцев, вокал и сценические образы ребят продуманы и отточены. Но главное – осознание великого подвига предков в глазах детей. Александр Яковлевич Юневич. Об этом разведчике ходили легенды. Кадет Алексей говорит о знаменитом разведчике и представляет своего прадеда, которого никогда не видел и знает о нем только по рассказам родителей. Мой прадедушка тоже воевал. Его звали Соцков Алексей. В первые дни войны он ушел на фронт, без вести пропал. Сейчас его имя увековечено на мемориале славе в городе Звенигороде. Для Алексея участие в патриотическом концерте – первый опыт выступления перед публикой. Но все получилось благодаря хорошей подготовке. Мне очень понравился концерт, как выступали все, как выступал ведущий, как выступали ребята. Волновался ли я? Волновались все ребята, которые выступали, в том числе и я. Мы очень долго готовились с нашим учителем музыки Еленой Валерьевной. Спасибо огромное ей. На протяжении всех лет главная цель эстафеты – рассказать подрастающему поколению о героической истории Отечества, воспитать уважение к воинской славе и памяти героев. Сегодня и сейчас. Помню об этом. Полина Толмачева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».